Ребятки, лежу, короче, крашусь, как обещала, занимаюсь прической. Сегодня в парикмахерской. Ребятки, вот такой результат получился у них. Красиво. Ребят, сегодня мы будем занимать клиенту, купили уходовые средства. Вот то, что у нас в картинке. Мы пришли домой, в общем, решила показать, что мы купили, в общем-то, зачем мы ходили, только за уходовыми средствами немножко приобрели. Здесь у меня прокладки нужны были, мне женские, от Naturella Ultra, потом на каждый день было 60 штук. В общем, понравились они мне. Потом такой вот увидели ополаскиватель Шалфей Ромашка. В общем, решили приобрести, попробовать. Также попробовать решила такую вот шампунь Шаума. Энергия природы у меня как бы есть там для окрашенных волос. А когда краска слазит, мне такая нужна обычная. Так, Тима Теймен. Это мы уже купили такой шампунь перхоти. Потом взяли такое вот такое мыло жидкое для интимной гигиены от фирмы Окей. Не знаю, оно здесь алоэ вера, попробую. Но то мне понравилось другим, в общем, тоже от фирмы Окей. А, так, от Лореаль мне другое захотелось взять, попробовать гель. Здесь очищающий гель, абсолютно нежность тоже, в общем, решила такое попробовать. В общем, подмышки взяла такой вот антиспирант, невидимый вроде, правильно, да, так. Как правильно читается, не знаю, так что не буду тут коверкать. Взяла такой вот, такой крем, устала. В общем, находились сегодня везде. Очень хороший вот этот крем, девчонки, присмотритесь, если кто не знает. Еще такой вот взяла, в общем-то, чтобы не два одинаковых. Ну, в общем, они мне понравились, я поэтому повторила покупку. И, как всегда, обычно крем для ног с мочевиной такой вот беру. Потом мыло такое вот хозяйственное для стирки, для мытья тела. Такое вот мыло приобретаю. Ну, бывает, даже утром умываюсь, я им хорошее мыло отдав. А попробовать решили такую вот зубную пасту зеленый чай. Мы не пробовали от Сплат. И, в общем-то, пробовали уже вот такую вот тоже от Сплат. Нравится тоже. В общем, и тоже наши любимые вот такие зубные пасты, в общем, взяли от Силкомед. В общем, кто не знал, вроде у меня в пустых баночках полно. В общем, без чека, потому что чек опять утеряли, в общем, торопились. Ну, все. Все, ребятки, всем спасибо, кто сегодня был с нами, гуляли с нами. Всем спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Подписывайтесь обязательно на канал, буду всем рада. Всем спасибо, всем пока, всех люблю, целую.